линии, которые они в результате нарисовали, это тоже совершенно магическая история. Месси пробил схода, обнимает Неймара как автора идеи, как режиссера этой атаки. 1-1. По сути, да, он стал этим архитектором этой атаки, ее конструктором. Смотрим и наслаждаемся. Вот Неймар поднимает мяч, берет небольшую паузу, оценивает ситуацию и не решается на удар. Он чувствует и понимает, что есть подкрепление. Слева катит туда мяч. И посмотри, Хименоса в буфет.